Всем привет! Всем привет! У нас на обзоре очередной новый сорт огурчиков. Полудлинный белый. Полудлинный белый. Покажи нам этикеточку. Вот. Я возьму. Это тоже от компании Coco Pelli. Вот его название. Мы перевели полудлинный белый. Написано 20-25 сантиметров. Длиной должен он быть. Ну, у нас они выросли. Сейчас я покажу. Это молоденькие огурчики. Вот. Кстати, отрезаем на него, будем пробовать. Давай нам одного хватит пробовать, да? А вот этот большой не будем брать? Вот этот? Да. Вот большой. Да, его тоже попробуем. Сантиметров 20 он. Да не, он будет невкусный. Я так думаю. Можем взять вот еще поменьше. Вот такой. Давай. Бери. Мне кажется, разные даже. Вот, смотрите, я вам сейчас покажу кустик, и ты пока их мой. Вот, они лежат. Мы их собираем. Достаточно много их на кустике. Уже мы где-то недельки две их кушаем. Только нашли время, чтобы сделать обзор. Вот, это уже чуть-чуть переросший. Ну, Милана сейчас помоет и разрежем, покажем и попробуем. Будем их пробовать. Какой будем? Побольше или поменьше? Ну, давай режь оба. Начинай с любого. Давай вот этот. Сразу показывай мякоть нам. Он какой-то такой. Ну, видите, огурец большой, но он не переросший. Семена маленькие, это означает, что он еще съедобный. Вот, можешь показать. Будем пробовать. Белые огурцы, они чуть-чуть отличаются от зеленых, но вкусный огурец. Какие-то они, да, классные, но правда. Те зеленые больше. Тверденькие какие-то. Ну, этот, я думаю, такой попался нам. Наверное. Давай теперь попробуем тот, что поменьше. И давай, наверное, будем пробовать с этого конца. Там он помягче. Вот ты режешь где хвостик, там всегда жесткий огурчик. Может, поэтому он нам и кажется твердым. Молоденький, думаю, вообще будет супер. А ну, пробуем. Вкусненько. Очень хрустящий, сочный, мягенький. Какой мы сделали вывод? Что молоденький огурчик намного вкуснее переросшего. Да. То есть переросшие огурчики и в салатах похуже будут, и в консервации не пойдет. То есть мы будем кушать и рекомендуем употреблять вот такие молоденькие огурчики. Они очень хрустящие. В консервации мы попробуем законсервировать, и потом я вам скажу. Возможно, к этому видео прикреплю, домонтирую кусочек, либо же в отдельном видео, какие они будут в консервации. Так что сорт полудлинный белый нам понравился, да, Милан? Да. Крутой сорт. Будем его в следующем году выращивать. А если вы тоже хотите вырастить, то под этим видео есть ссылка на наш каталог. Там продаются семена всех овощей. Сайт, ищите там либо каталог, либо интернет-магазин, пока мы еще не знаем, что будет, потому что видео снимаем летом, а выложим его аж осенью. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до новых встреч.